Да все нормально, ладно, все спокойно. Господи, вы можете убрать? Пожалуйста. Субару ваш автомобиль? Наверное, не знаю, наверное, да. Ваш, вы управляли им, да? Да, управляли. Вы не выбивали никаких спиртных напитков? Нет. Что за ситуация произошла? Можете что-то пояснить? Зашел ДТП. Вот на этом автомобиле, вы которым, правильно, вот это, да? Да. За что? Я не понимаю. Мне было как минимум 20 минут плохо. Вы выпивали спиртные напитки? Нет. Нет? То есть я пьяный? Вы не выпивали, хотите сказать, во за рулем-то? На сколько? А зачем вам пшикнули? А вам кто-то пшикнул? В лицо. Вам кто-то пшикнул? Да вы можете с нами не разговаривать вообще. Вы кто? Да люди неравнодушные. А вам неравнодушны такие же люди, нам шикнули в лицо? Да. А за что? Не знаю, просто так подошли. Вы, может быть, вы были в состоянии опьянения и находитесь. Вы выпивали спиртные напитки? Нет. Нет? Да, я бы хотел бы узнать, а с чего вы так порешили? Да, что наверное, что я был запах алкоголя из машины, они, наверное, себя выпивают. Что? Запах выпивают, алкоголя, да? Идет от вас. Вы совершили ваш супер этот Субару, ваш автомобиль, да? Субару, ваш автомобиль? Наверное, не знаю, наверное, да. Ваш. Вы управляли им, да? Да. Управляли. Да. Вы не выпивали никаких спиртных напитков? Нет. Точно? Да. То есть вы абсолютно трезвый? Да. А глаза красные из-за того, что перцовым газом вас залили, да? Меня, да, кто-то вот. Кто-то. Кто же? Спиртные вот спиртом вот пахнет, алкоголем каким-то. Это вот из-за чего? Вам кто-то в горло заливал что-то, нет? Я не понял, извините. Вы кто? Я же говорю, не задушный гражданин. С чего вы решили, что я что-то в горло заливал и почему у меня глаза красные? То есть я вообще ничего не понимаю. То есть, вообще ничего не понимаете? Ставьте палец вверх. Лайк, ребят, никогда не пейте за рулем. И не забудьте подписаться на канал. Вадим, лайк, нахуй. Красавчик. Вы бы... Ну, простите, я бы хотел бы выйти бы с вами переговорить, но... Да не, да ладно, сидите, мы и так спокойно, вам комфортнее даже вижу, здесь находиться. Вы снимаете, да? Да, фиксирую на видео, все верно. Спасибо большое. Вот, скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вы кто? Конкретно, как меня зовут? Нет, вы вообще кто? Вы? Я же говорю, неравнодушный гражданин. Ага, случайно снимаете? Случайно снимаете. Вообще, совершенно случайно. Скажите, как вообще здесь обстояли вообще дела? Что за ситуация произошла? Можете что-то пояснить? Зашел ДТП. Вот на этом автомобиле, вы которым, правильно, вот это, да? Да. Угу. Да. Так, вы совершили столкновение, я так понимаю, да? Да. А с каким автомобилем? Land Cruiser Strada. А где он? Не знаю, он здесь. Нет его, да, сейчас? Да. Так. Где он есть? Я что-то не вижу. Подскажите, где он есть? А где он? А где автомобиль Land Cruiser? Есть такой, нет? А? А что он там делает? Он стоит. А он-то почему? А, он уехал, в смысле, оттуда? Отсюда. Подождите, вы там совершили ДТП и сюда вернули, ну как бы сюда здесь не доехали. Отсюда ехал. Я вообще что-то ничего не пойму. Как он там оказался? Он ехал. ДТП здесь. А, он доехал сюда? Да, там ударил машину. А здесь было ДТП, отсюда он уехал туда. Он уехал? Да. Интересно, ваша версия. А вы сейчас, то есть не в состоянии опьянения, правильно я понимаю? Господи, вы... Будете освидетельствоваться здесь? Не против, я уже сказал, что я готов. А, будете, да? Да, я готов. Я но... А за что, кто а вам пшикнул? Вы у меня... А кто вам пшикнул тогда в глаза, я не пойму. Вы говорите перцем вы что-то. Это получается, я так понимаю, что хозяин автомобиля. Land Cruiser? Да, за что, я не понимаю. Мне было, как минимум, 20 минут плохо. Вот, я ничего плохого ему не сделал, я не кидался, его, то есть я агрессии к нему не было никакого, абсолютно. Но, тем не менее, мне было очень плохо. Вот. Ну, после перца, естественно. Я бы хотел, да, я бы хотел от него получить какие-нибудь... А его здесь нет, я так понимаю, да? Нет. Или он стоит? Вот на данный момент сейчас нет. Вот на данный момент. Но он был здесь. А вот, вот эти люди стоят, они никакого отношения не имеют? Вот тот человек нет. Это моя жена стоит, а второй нет. Понял. Вот тот человек, я не знаю, я кто понял, это. Понял. Вот. А вот на данный момент я не вижу хозяина, вот второго человека я не вижу.
То есть я водитель хотел... Land Cruiser там сейчас находится? Где? Вот там. Именно. А почему сюда-то не приедет? Ну да. А он там уже... А, вы сейчас его за этот... По 12... 8, 12, 26, что у него там были, да? А там оформляют ДТП, да? А, я понял. А то думаю, какая-то вообще непонятка. Самое интересное то, что говорю, человек, который в меня прыснул лицом пластырем, я не знаю, за что, почему, говорю, агрессии от меня никакой не было. Абсолютно. Вот за что, непонятно. Мне было плохо, как минимум. Ну скажите, вы 20... против пьянства за рулем? Конечно, против. Против. Да. То есть вы поддерживаете тех людей, которые ловят этих пьяниц за рулем? Да, я не против. Да? Да, я не против. Абсолютно. Вы за такие? Я за. Да. Как обычный здравый человек. Да? Да. То есть вы сейчас пройдете, у вас все по нулям будет, правильно? Да, я не против. Я же сказал уже, я инспектор уже объяснил, что я не против. Я понял. Пройди. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Антон, скажи, как ты думаешь, сколько в нем будет миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха? Твои ставки. И я, кстати, думаю, наверное, сейчас, пока вот ты думаешь, все остальные наши друзья и подписчики должны тоже подумать и написать сейчас прямо в комментариях, как они думают, сколько в нем промилле. Не, точнее, не промилле, а миллиграмм на... Правильно, так, миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Надумал сколько? Минимум 0,900, максимум 1,200. 1,200. Ну, да, я, наверное, с тобой соглашусь. Блин, вот такое состояние. Я думаю, будет... 1,150. Ты прям поточнее, да, решил? Ну, я где-то тоже больше к этому спорю. Но... А там черт его знает. Пока он свеженький, по-моему. Чем быстрее сделают освидетельство, тем... Да, ну, в общем, тем выше будет показатель. Да, мы ждем. А то сейчас градус понижается. Да, зачем надо? Надо либо подогреваться, либо освидетельствовать. Кстати, наш смех не из-за того, что нам смешно, а из-за того, что просто вот это наша защитная реакция. Мы, чтобы не материться, чтобы не высказывать какой-то негатив. Мы реагируем именно так, смех. И он всегда помогал, выручал в трудные минуты нас. Никогда мы и вам рекомендуем. Но он тоже, как бы, он не горюет, если честно. Но он не горюет, он вообще, он веселится. Он веселится, ребята, братья. Так, все. Так, я вас буду на руках носить, ну потом увидите. Ну сейчас, проедет трактор. Что? А зачем так много? Иван, а не ты. Начнем с простого. Раз, два, три. Неравнодушный гражданин. Хорошо. Кто мне пшикнул в лицо пластырь этим перцовым? Да, откуда я знаю? Перцов, вы же знаете, во сколько мы сюда приехали. Откуда мне это известно? Ну, а вы что? Мы к вам подошли. Зачем они? Послушайте, вы сами сказали, что вам перцем брызнул тот водитель. Вы сами это сказали, да, мне лично. Да. А почему вы тогда задаете этот вопрос мне? Если вы снимаете, я бы хотел узнать. Я вам могу представиться, не вопрос. Так, все, чуть-чуть. Хорошо, расставьте, пожалуйста. Серов Вадим меня зовут. Так? Серов Вадим. Серов? Да, Серов Вадим. Вадим. А что вот, я не знаю, зачем вы снимаете? Итак, мы... Представляете, кому... Сейчас потом пройдет. А как их полностью? Да. Алексей, Павлович. Да. Все сотрудники фиксируют. 2020 года. Место. Город Воронеж. Улица Космонавтов, 27А, Россия. Водитель Матлаков, управлял автомобилем. Это у вас работа? Субару. Или вы заработаете? Кстати, 140 гига. Абсолютно правильно, это шестой регион. Правильно? Но это дело случая. Верно. Пацаны, здорово, контроль, красавцы, блядь. Ловите дальше пьяных водителей, блядь. Таких, как Иван, блядь. Ебать, тебе смешно, мне нет. Вон трубочка. Согласны, братья, сидеть, разрывайте. Конечно, я не против. Абсолютно не против. О, господи. Как встретить-то ее? Открывайте. А, вот, все. Открыл. Оп. Давай, трубочку. Да все нормально, ладно, давай, все спокойно. Господи, вы можете убрать? Пожалуйста, я не против. Вот, сейчас... вот офицеры полиции, я не против. Вот, сосредоточьтесь на нас. Понятые. Пожалуйста. Вот, ты нужен мне. Нажимаю старт, идет проверка. Алкоголь в приборе не обнаружен.
пиво, приборчик и продувайте. Да, щечка? Долго продолжите. Можно? Не дадут. Нет, подожди. Я без остановки был. Вот еще раз. Оплатуйте, идуйте, пока не скажем плай. Сильнее, идут. Еще сильнее. Все, Валя, идет она. Без остановки долг. Господи, ты вы-то кто? Кто? Ну, мне не нравится. Ну, мне не нравится. Ты кто? Ничего. Что значит? Ты красавчик. Ставки твои сработали. Что это значит? То есть я пьяный? А вы не выпивали, хотите сказать? За рулем-то. На сколько? Они ты все видели до этого. Положено 0,16. 0,16? А вы видели, что здесь произошло? Mm-hmm. Да? Вот. То есть я так понимаю, у тебя все, что за ТП сюда ехал? То есть я пьян. Присаживайся, автомобиль? Ага. Оп. Все хорошо. Прекрасная маркиза. Мы с тобой увидимся, уважаемый. Ой, да что же я тебе такого плохого-то сделал? Не езди за рулем, и слава богу, мы никогда не встретимся пьяным за рулем. Самое ключевое. Че, ну красиво снимаешь, че.